Так, ребята, посмотрела я этот сюжет о велосипедистах, и такое впечатление, что это я вместо них крутила эти педали. Я сейчас настолько голодна, Чаба, что ты обязан приготовить мне очень большой завтрак. Ну так это прекрасно, Чаба тебе в помощь, самый лучший в мире кулинар. Ну ты посмотри, как мы подмазываемся под Чабу. Так, Чаба, это не отменяет твою обязанность каждое утро меня накормить. Да что у нас сегодня будет на завтрак? Сегодня у нас будут блинчики с грибным кремом. Грибной крем. Значит, ты по грибы ходил? Да. Не в лес. Давай посмотрим. Давай. Для грибной начинки нам обязательно нужен зелень петрушки. Смотри, какая она свежая. Чтобы наша начинка получилась еще нежнее, вместо обычного лука мы сегодня будем использовать вот такой лук-порей. Мы уже в прошлый раз его готовили. Оп, есть. Возьмем для грибного крема вешенки и возьмем вот такие королевские шампиньоны. Нам где-то грамм 300-400 точно хватит. Для украшения обязательно возьмем какой-то микрогрин. Сегодня мы возьмем вот красный редис и крес-салат. С этим будем украшать наши блины с грибным кремом. Идемте же его приготовить. Пошли. Для приготовления блинов с грибным кремом понадобится лук-порей 300 грамм, грибы-вешенки 300 грамм, шампиньоны тоже 300 грамм, масло сливочное, крем-сыр, зелень петрушки, сметана, перец розе, трюфельное масло, пару капель. Нас спасает то, что когда-то твоя коллега Юлия приготовила тесто для блинов, да? Ну да, мы уже его замешали, чтобы не терять время. Это вешенки. А это знаешь что, Костя? Ну, конечно, я даже и знал. Королевские. И этого знал, да? А эти королевские шампиньоны. Ухом. А, шампиньоны, точно. Шампиньоны. Давай, я тебя познакомлю. Да, да. Давай. Надо их, ну, в принципе, можно не чистить, можно их просто нарезать. Просто нарезать. Да, просто нарезать, да. А я что буду делать с этими? Чаба, вот так надо резать? В принципе, по большому счету, сейчас не имеет значения, как ты режешь, потому что в блендере будем еще перебивать. Юлечка, давай вот отрежем. То есть это нужно отрезать вот. Я ножки обычно не пользую. Хорошо. Вот так. Вот столько так. Нарежь, пожалуйста. А что это за грибы? Костя? Это вешенки. Есть? Yes. Самые знаменитые. Самые знаменитые и самые простые грибы – вешенки. Мне кажется, что вкуснее, чем шампиньоны. Я тогда разогреваю сковороду. Есть? Ну, по-моему, есть. Это знаешь что? Салат-латук? Это лук-порей. Лук-порей, я соединил. Я знал. Смотри, Костик, отрезаем носик. Да. И просто кружочками нарезай его. Ты не один в этой стране, кто не знает лук-порей. Давай. Именно за это и знакомим, да? Мы на сливочном масле поджарим порей. Лук-порей, да. Вот, смотри. Если вы забыли. И грибы туда же. А вот порей, он где растет обычно? На огороде. На огороде, да? Да. В наших краях, да? Да, представляешь? Серьезно? Да. Зимой, конечно, в теплицах. Классический порей. То есть это не популярный. Конечно. Популярный у нас, но тем не менее, можно. Все. Два вида грибов, королевские шампиньоны и вешенки. И припускаем их. Сейчас сделаем сначала начинку, которая будет грибной крем. Как часто нужно перемешивать? Посолили. И нужно ли? Нужно, конечно, нужно. Конечно, нужно. Мешай. Смотри, выпарили воду, ага. Лишнюю влагу, посолим, чуть-чуть. Роза перец? Нет? Черный, я думаю, достаточно. Почему-то мы их давно уже не использовали. Не пользовали, да. Но придет время, используем. Смотри. И сюда добавим чуть-чуть сливки. И, в принципе, основа для грибного крема уже готова. Его надо переместить в блендер и довести его до кремового состояния. То есть не сразу в блинчик, да? Нет, сначала конечно. Сюда. Хорошо. Да. Все. И вот перекладываем вот сюда. Так. Да. Чаба, можно поставить сковородку на огонь? Можно. Да? Нужно даже, да. Юлечка, хотела тебя попросить. Сковородки нагреваются, а мы продолжаем с начинкой. Вот наш секрет. Крем-сыр. Крем-сыр. Вот, добавим сюда крем-сыр. Давай, Костик. Можно? Да. Ну, поехали.
Класс. Как он пахнет? Да? Вообще. Ну, это будет вкусно. Так можно готовить грибной крем-суп. Точно. А нужно больше водички тогда добавить? Больше, да? Водички или этот, или бульон, угу, или сливки. Давай попробуем. Хорошо. Мы уже давно купили вот такое трюфельное масло. Угу. Такая маленькая бутылочка. Вам хватит на очень долго. Смотрите, мы уже практически полгода его пользуем. Да. Пару капель, когда делаете грибной суп, грибные крем-супы и все такое. Она его сразу сделает элитным. Угу. Давай ставить сюда, меняйте сковороду. Да, пахнет вкусно. Да, скажи. Скажи. Просто элита. Реально. Реально. Это элита. Огонь. Подождем, пока Юлечка нам пожарит блинчики. Это будет идеально. Вот. Мой секрет, когда я работаю с грибами, это всегда вот это трюфельное масло. Ага. Потому что любой грибной продукт, он просто откроет. Знаешь, понимаешь? Понимаю. Давай, сейчас. Я забираю. Давай. Все, давай. Да. Я люблю, вот, когда начинки. Посередине. Я знаю. Ты знаешь, да? Да, я знаю. Я собираю. Вот их надо вот так, а потом вот так. Угу. Все, Юлечка справляется с задачей. Мы перевернем следующий блин. Класс. Как они пахнут, реально. Обожаю свежие блинчики. Да. Да? Да, скажи. Да. Вот так? Так, я так и хотела. Так. Да. И мы еще сейчас, смотри, его пожарим еще раз. Ну, давай, давай, давай. А умеешь так? Да. Давай. А ну, да. Все, давай. Красота. Давай. Угу. И нагреваем. С двух сторон. Вот так. А ты начинку не жалеешь. Это какая-то другая техника? Нет. Это такая же техника, просто другой. Блин. Другой формат. Да, похоже. Да. Вот. Специально для украшения я пожарил вот такие слайсы грибов. Всегда надо украшать с теми ингредиентами, которые в них присутствуют. Блинчики нагрелись, и давайте их выкладывать. О, красота. Ой, сори. Это мой любимый момент – подача. Подача, смотри. Волшебство. Какая красота. Да. Все. О, супер, смотри. Шикарно. Да. Есть? Есть. Эти грибы всегда надо подавать со сметаной. И украсим листьями петрушки, да. Грибы и петрушка всегда друзья. Понимаешь? Я еще хочу напомнить, что кроме грибов, там еще есть лук. Что? Вот. Выкладываем с этой стороны наши грибочки. И вот посыпаем. Это термин. Вот это, да, вот роза, это перец, формально. Это. Да. Обожаю его. Угу. Да. И вот наши блинчики с грибным кремом готовы. Всем приятного аппетита. Рецепт блинов с грибным кремом. Нарежьте грибы, лук-порей. Обжарьте на сливочном и подсолнечном масле на сковороде. Добавьте соль, перец и сливки. Доведите до кипения. Переложите смесь в блендер. Добавьте крем-сыр, трюфельное масло и взбейте до кремового состояния. Пожарьте блины на сковороде. Добавьте грибной крем. Заверните конвертиком и подогрейте. Подавайте блины со сметаной, украсьте листьями петрушки, перцем розе и шампиньонами, обжаренными на сковороде гриль. Прекрасно видно, что на нашей кухне сегодня мы готовили именно блинчики. Если вы забыли записать рецепт, подписывайтесь на наши странички в Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе. Найдете все там.